перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здравствуйте, мы снова в городе Керженец. У нас есть 4 пуда транквилизаторов, и мы собираемся взорвать эту игру. Знаете, если говорить об играх, то моя любимая — это, пожалуй, Morrowind или Tekken 3. Я никак не могу определиться. В одной можно использовать лошадь, подручные средства, в другой можно комбинировать приемчики: удар ногой, удар рукой. Это очень приятно, когда у тебя, знаете, там почечная недостаточность или какие-то жизненные неурядицы, там девушка решила, что ты кобель, или там парень решил, что ты Моргенштерн. В любом случае, всегда унывать не стоит, надо просто немножечко собраться, набриолиниться и пойти на тусовочку. На тусовочке, сразу заметьте, вот центровую такую девочку, подходим к ней и говорим: «Эй, чика, я музыка». Если девочка реагирует отрицательно, то постарайтесь на какую-то джазовую импровизацию перейти. То есть это всегда, вот, например, мне помогают диалоги. Если диалог куда-то не в то русло заходит, то я сразу... И обычно всегда в какое-то верное русло переходит разговор. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Такое небольшое вступительное слово, просто чтобы вы немного расслабились, погрузились в атмосферу вечера. Вот сегодня тут много блогеров. Вот, мне сказали, что тут много блогеров, и поэтому можно нормально подняться по хайпуле сегодня, сегодняшним днем, вечером, утром. Вот вечером в среду, после обеда, мы приглашаем тех, кто отстал, посмотреть батл, рэп-йоу, батл, йоу. В общем, ребята, Моргенштерн где-то там, я не знаю, вот если вы увидите такую виходку сине-оранжевую, то знаете, это Моргенштерн или какой-нибудь другой безумец. Вот видите Моргенштерна? Это игра «Вам найди Моргенштерна». Сейчас я буду показывать зал, а вы найдите Моргенштерна. Кто найдет первым Моргенштерна, получит один Моргенштерн коин. Прямо сразу я перевожу Моргенштерн коин вам на счет. Если вы найдете Моргенштерна вот в этой компании, в этой безумной тусе. Вот видите, люди уже открыли водку какие-то, я не знаю. Вообще атмосфера напоминает хоккей с мячом. Если вы когда-нибудь были на хоккее с мячом, то мужики как бы уже озябли и открывают водочку просто чтобы согреться, как бы без пузыря на хоккее с мячом делать нечего. Поэтому вот это сегодняшнее мероприятие очень напоминает какое-нибудь соревнование Кузбасс-Нефтяник. Или, ой, смотрите, зажглись лампы, походу сейчас войдет Моргенштерн в помещение. И, возможно, он нам на дудочке поиграет. Я надеюсь, будет, потому что вот я сегодня видел, он уже флейту принес сегодня с собой, трехсоставную. И вот на входе он стоял, вот собирал ее, скручивал, как глушитель, да, на пистолет накручивал свою симпатичную флейточку. Так вот, друзья. Итак, кто нашел Моргенштерна, пишите. Вот, я скидывайте скрин. И красным кружочком пометьте Моргенштерна. Один Моргенштерн коин перевожу сразу. Вот в новом антихайпе человек. Где твои кольца? Вот, кольца, колечки. Что на моих руках, говорят тебе, чувак. Все, ушел на поиски Моргенштерна. Конечно, один Моргенштерн коин на дороге не боишься. О, хороший вопрос. Кого боишься из блогеров? Я из блогеров опасаюсь только магистра кадастра и мастера Спенсера. Вот это два блогера, которые на меня наводят ужас буквально. Ваня светло потолстел. Да, вот мы с Ваней обсуждали эту тему. Он сказал, что-то вот я уже такой брюхатый стал. Поэтому в ближайшее время на доску и снова заниматься сноубордом. Фален переводится фистинг. Запомните, друзья.
Почему батл не на 140 BPM? Потому что мы скинули 4 BPM, потому что Даня, у него сердечная недостаточность какая-то, и ему врач запрещает под 140 BPM наваливать. Говорит, только 134 BPM, 135 максимум. Ну, и то, если хорошо себя чувствуешь, вечером 130 BPM как бы включил, немножечко почитался, и все, и на боковую. Поэтому батл сегодня быстро довольно кончится, потому что Дани режим, он в 4 часа дня спать ложится. «Похуй, я в Белгород». Вот это новый мой будет трек, кстати, «Похуй, я в Белгород». Ну, это я так, к слову. В общем, это не относится к теме эфира, это относится просто к клевой теме. Клевая тема, как ОСП Студио. Понимаете, ОСП Студио, это была реально клевая тема. И что-то я больше не видел никаких таких хороших там телевизионных шоу, в которых можно было бы нормально прожекотанить, да? Ну что, друзья, скоро начнется батл. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу заспойлерить вам какие-то панчи из батла, если вам это интересно, конечно. Если не интересно, то я могу просто перечислять свои любимые слова. Как вам? Смотрите, мои любимые слова. Пузырь, яйцеклетка, риск и филяция. Вот это 4 моих любимых слова. Можете использовать и где, но, ну, где угодно. Но, пожалуйста, ставьте хэштег «любимое слово Славы КПСС» и используйте это слово, пожалуйста. Я просто за соблюдение авторских прав. Если вы не воришка, как карлик какой-нибудь, то используйте слово и добавляйте хэштег. Ну ладно, ладно, друзья. Давайте со всеми с вами Господь. Постарайтесь сегодня вечернюю молитву не пропустить. А я пойду по-настоящему батлить, понимаете? Очень важно сейчас. Я сегодня не за свою победу сюда пришел, не за деньги сражаться. Я пришел, чтобы немножечко, да, внести свой вклад в батловую культуру. Вот в этот весь батл-рэп, который сейчас находится в не лучших временах. Поэтому я, прежде всего, за хороший батл. Я хочу, чтобы сегодня все ребята показали хороший батл, не забили на текст и устроили настоящее шоу. Так что, ребята, Бернард Шоу, запомните. До свидания, говнари. Здрасте. Здрасте. Как вам японская крыса? Панапус. Здрасте. Любите наггетсы? Да. Когда новый сезон «Киргизский снайпер 4»? Здрасте, вы любите бирюльки? Здрасте. Ваша любимая марка «Кругицев»? Здрасте, Джуба Респект? Здрасте. На каком батле самые большие уши? Как вы относитесь к Джарахову, который Эльдар? Отличный клип, ты у него клип украл у него. Здравствуйте, как вам Fallen MC в этом, в паркуре, во всей этой штуке? Ёбни его нахуй! Ёбни! Здравствуйте, вы на что-то намекаете? Ёбни, блядь! Ёбни его! Здравствуйте, какой клип вам нравится больше всего, Птахи? Папиросы. Папиросы, лавандосы.